Итак, друзья, Мирабалар, с десяток предложений в той или иной степени связанных со словом «байрам». Как бы вы сказали по-турецки «создать праздничную атмосферу»? «Байрам хавасы яратмак». «Яратмак» — что-то создать. Ну, например, «каждый шемен дюнюшю» — то, что мой брат или сестра вернулись, его возвращение «вемизде» — у нас дома «байрам хавасы яраты». Создал вот у нас дома праздничную атмосферу. «Байрам хавасы яратмак». Очень близкая фраза, а как бы мы сказали, царит праздничная атмосфера, веет праздничная атмосфера. Здесь вместо эратмак давайте используем слово эсмек, глагол, который часто используется глаголом дуть о ветре. Бурда бир байрам хавасы эсиёш. Вот здесь вот такой вот веет праздничной атмосферой, царит, дует ею, как бы так. Но слово не совсем связанное с праздником, хотя, смотря как, бабамдан харчлык алдым. Харчлык, вы знаете глагол харджамак, тратить, а есть слово харчлык, однокоренное. То есть это карманные деньги. Бабамдан харчлык алдым. Я взял у папы, у отца карманные деньги. А может, папа вам раздал эти деньги, и тогда было бы, например, баба, мой отец, бизе нам харчлык дауты. Харчлык даутмак, раздать деньги. Sadece bayramdan bayrama buluşabiliyoruz. Мы видимся только от праздника к празднику. Buluşabilmek — это два слова. Buluşmak и bilmek — можем видеться. Получается у нас видеться sadece — только когда bayramdan bayrama — от праздника к празднику. То есть кто-то видится, может быть, очень редко, если у него мало праздников, а может быть, кто-то видится довольно часто. Зависит от человека. Байрамлык кимек. Ямур, если дождь, ямурлук — это дождевик. Китап — это книга. Китаплык — это то, где мы храним книги, книжная полка и так далее. Ну, например, здесь байрам — праздник, байрамлык кимек — надеть, то есть праздничная одежда. Байрамлык кимек. Делие хер гюн байрам — сумасшедшему каждый день как праздник. Ну, по-моему, этот перевод даже не нуждается в объяснении смысла того, что здесь турки пытаются сказать. И Бурасы Байрам Ерикиби. Здесь как праздничное место. Это дословно. Так это говорят месте многолюдном, где огромное столпотворение. Но, может быть, не всегда приятное. Да, зависит опять-таки от человека. Бурасы Байрам Ерикиби. Как здесь много людей. Может быть, мне там здесь плохо сидится и кофе плохо пьется. А может, кто-то наоборот любит такие шумные места. Не забывайте лайкать, подписывайтесь на канал. Хайди, бай-бай.